Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну, вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму. Ой, страницы слиплись. А... Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Hey, what happened to sleeping? Okay, I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is a winner, though. Все-таки английские голоса очень крутые. Не лучше русских, не хуже, просто совершенно другая игра. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. No, hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? I'm just fucking with you. Bye-bye, dude. И с этого момента мы можем находить эти журналы. То есть не эротические, гомоэротические, а комиксы. Давайте, Хэйди. Нет! Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну... Там, убила. Убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. Ну фиг знает. О, а вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Фу. Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Питтсбург. Приехали в Питтсбург, значит. Из Бостона. Нет! Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла?
Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. А... Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Да! Нет! Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Комиксы! Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Догадайся. Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Пушка! Ну, вот. Ностальгия не замучает? Засранка маленькая. Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Я помню, как карандашиком кассету переворачивали. Ох, не переворачивали, а перематывали ручкой. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между... Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. А... Это прям как с языка сняла. Да я над тобой стебусь. Страницы слиплись. Ой, господи. А у тебя тоже есть такая штука между ними, да? Красотка. А знаешь... Мне даже нравится. Кантри такое. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устал. Нет. Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну... Там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Подтырила, наверное, да? Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О, а вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы... О, боже, ну хватит уже! Бил шелунишка. Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Как ходит он с такой штукой между ног, действительно. Я тоже раньше таким вопросом задавалась, пока не повзрослела. А знаешь, мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь?